Завтра, 9 декабря, в Подмосковье будет прохладно и снежно. На севере, западе и востоке региона температура остановится на отметке 2 градуса ниже нуля. На юге – минус 1. Ожидается снег и облачная погода. И самое время для вас. Целый день шел снежок, чудо как хорошо. Вечерок бархатный заглянул в окно. Одевайся потеплее. Я про любовь. Всех с наступающими праздниками. Одевайтесь потеплее. Делайте добро. Любви и счастья вам. Удачи.